Еще вопрос, значит. Чикенпокс. Мальчик про покс, на малюпе чикенпокс я. Значит, по поводу того, что там что-нибудь, что, да, африкосы здесь, они яркость. Какой яркости добавляют? С Индии никто не приезжает, они вообще все загорелые. Вот, вот с Индии здесь, если хотите, яркость там, знаешь. Ну, а вообще с Индии все равно кому нужны здесь. Что, кому? Амазонкам нужно яркость свою выделять за счет того, что есть темнокожие, что ли? Я не пойму. Вы что несете? Вот смотрите, элементарно. Вот то, что они на себя внимание компенсируют наше, это потому что все, что Годзилла здесь ходил бы, блядь, по Нью-Йорку или где-нибудь еще, и мы бы на него смотрели бы. Мы смотрим на него, что это такое? Что, смотрим, уже здание рушит, блядь, то и все. Автоматически на него внимание, а не на все остальное, потому что смотреть надо, что это, во-первых, это хуевая хуйня, и потом, что это надо разъебашить, и как это разъебашить, блядь. Точно так же и на африкосов такое же внимание, потому что они угроза. Что этого не понимать? Далее говоря, вот диснеевские мультики, там сроду нет темнокожих в этих про принцесс и так далее. Далее говоря, вот принцесса там, где вместе, появилась бы там какая-то темнокожая, блядь, ёпта, псевдопринцесса. А, типа принцесса, блядь. Окей. И вы сразу сказали бы, что те, кто... Ну вот, смотри, появилась, и мы смотрим, что она выделяет красоту остальных. Что как бы яркости добавляет. То есть, то бишь, раньше не было сроду там этой, блядь, темнокожей. Принцессы там некрасивые, что ли? Там все только светлокожие были до этого во всех мультиках. И что, вы не смотрели? Говорили, ой, принцессы такие некрасивые там. Что, не на принцесс там смотришь, а просто... Ну и мультик, я имею в виду мультик. Неинтересно было, что ли, смотреть, пока не было этой темнокожей там? И про принцесс, то, что принцессы там. Как раз наоборот, принцессы свою индивидуальность проявляли там. А тут, значит, вот, нет, даже там, что от этой угрозы исходит. Вы чё? Алло? Алло, шуты, бля? Я Белоснежка. Что? Диснеевских мультиков особо не смотрел, но я смотрел там всякие. Не, диснеевские мультики я все время смотрел. А? Что? Видео идет, вот три, сучка. Что, про... Мне нравится, знаешь, мне нравится. Не то, что нравится, Диснеевский мультик, Диснеевский. Я имею в виду, я говорю, что принцесса не красотой же, а там мультик. Что принцесса индивидуальность, там, не знаю, что я вот что. Ну, а так там, мне кажется, что я на себя, так что я в зеркало смотрю. Я смотрю на себя, знаешь, что это за хуй, блин? Я имею в виду, я всегда на себя. Мы не знали, что так. Далее говоря, значит. Traverser la place. Эва Асекамаха. Марк пересекает площадь и идет к своему корешу. Ты зараза пошел, это я придумал. Не знали, что так. Батзанское сердце говорит. Блять, пидорас, иди нахуй. Эва Асекамаха. Блин, пидорас, иди нахуй, Антон. Не знаю, что так. Значит, далее говоря, еще раз, полицаи и эти африканцы и СНГшники, вот они, три ответвления, поэтому он так долго тянется, как сопля. Потому что они все это время были вместе. Здесь осуществляли, саппорт друг другу давали, у них тандем друг с другом. Хуя полицаев разрушишь, потому что там африкосы и СНГшники, хуя африкосов разрушишь, потому что полицаи, всех присутствуют и СНГшники, нихуя себе, блядь. Вот они три ответвления, которые захватывают все континенты.
их сначала надо было очертить, что я и сделал. Сейчас они все вам высвечены прежде всего. А про них начинали говорить, высвечивать их кто-нибудь отдельно, понимаешь, а друг от друга. Они начинают орать, что это расизм, те начинают прессовать полицаев, что стрелять в тех, кто это, а он против полицаев, мы здесь за вашей безопасностью следим. А он, соответственно, мы его заранее давим, знаешь, кого он там? Ну, меня, что сделал? Ну, они смотрят, как меня атакуют все. Уже их остатки просто такие, как сидят. Тогда еще приятно, когда сюда, в штаб. Астрелировано, СССР-6, как-то, потому что нас помирает, ну, кто был. Я был слышал, конечно. Пропсички Лилой свой. Инстаграм канал Пропсички Лилой. The Mail Mermaid у меня. YouTube-чел, читинг-бокс свой. Я временно от всех остальных сотрудничал. Канал свой. Потому что у меня там два страйка было. Третий страйк, это там проблемы могут вообще кому-то. 90 дней. Вот я на 90 дней блокадил как раз и что там сделал, потом еще описание. Свой канал, все равно просмотры не проявляете. Ну, все равно просмотры не проявляете, потому что там эти какие-то орут. Эй, не проявляйте, просмотры проявляйте, сам лежит. А сами смотрят, он тут там канал, нам что смотрит. Пошли, нахуй жабу. Смотри на них. Посмотрите на них, это вообще! Ну, это... Так что, да к тому же, они сейчас подадут что-нибудь, еще один страйк, что там какие-то притеснительные речи у меня, блин, с Ютуба, понимаешь, что какие-то, блядь, Ютубы. Эти СНГшцы, которые здесь захват контента, тут тоже. Ну, да, Амазония, нет, Северная Америка, США, блядь. Жабы, блядь. А США это у нас не Северная Америка, это не Амазония, да. Это США это Амазония. Точно так же, как Канада и Аляска. А Мексика это как отдельная цивилизация. И снизу тоже Амазон находящийся. Ну, снизу южный. Майнская цивилизация. Ацтекская, Мексика. И вот что я тебе еще больше скажу. Ты тупой. Мразь ты, ёбаный. Шавка. Ты в видеоигры играешь, вот так? Знаешь, есть такое время, что педики в видеоигры не играют. Ну, это послушай, Мурган. Мое собственное наблюдение. Мало такое новое, блядь. Ну, это, конечно, это... Далее говоря еще раз про африкосов, что они там черные, кто-нибудь что, черного цвета становится, они развитые. Эти им завидуют. Сюда они приехали, мы черные. Ну, нет. Пыль в глаза, мы же не знаем, что там черный. Ну, черный цвет вот. Они показывают, мы такие. То есть, короче, у них зависть там к тем, понимаешь. Я еще раз говорю, там те самые развитые качают. Я думаю, да, я так скажу, здесь и будут качать. Да мы вообще не знаем, что у вас там темнокожие, что у вас черные есть. Тупицы, блядь, завистливые. И здесь они бегут, всем завидуют. Все вот эти. Посмотри на них. Ну вот и все, блядь. Как this video out? Ну, что later on, like, это вообще. А что мне позвонить, блядь? It's about that they're the Africans here. They're saying that they're black. It's my own conclusion. Because there, in Africa, there are some developed Africans who are becoming black because of the term, and they stay in black. And those are developed, and these are jealous to them. But those are the most developed in Africa. And these wanted to tell us that they are like that. Knowing that we don't know that they are not. They can trust that they are like them. They are blacks. And they call themselves blacks there. And these are not blacks. Those are staying in Africa. And this thought that we will think that they are like, you see, they are scared of those, because they are jealous to them, trying to attack them, like those who are my haters. Нихуя себе. And we didn't, Africans, we didn't know that you have some blacks there who are developed. So how did you want to mess us up, блядь, around, блядь? Get out to Africa, блядь.